Всех приветствую, друзья, с вами Бер. И в этом видео я вам хочу показать такую небольшую маленькую пасхалочку. Естественно, это видео в рамках моих небольших видеороликов пасхалки из мира World of Warcraft. Так, и давайте не будем медлить. Смотрите, что можно сделать. Если вы находитесь в городе, и именно в городе, вы можете обратиться к стражнику и сделать такую небольшую вещь, как эмоция. Вы можете ему помахать, чмокнуть и еще что-то. Я еще не знаю, что там можно сделать. Пишите в комментариях, что еще можно сделать, чтобы он, друзья мои, внимание, он тогда отреагирует вам. То есть, смотрите, как это работает. Вы такое видели, да? Стражник реагирует. Удивительно. Ну ладно. На этом, я думаю, друзья мои, все. Такая вот маленькая короткая пасхалочка. В принципе, прикольно. То есть я пробовал другие эмоции, они не работают. То есть помахать работает также. Вот мы ему машем, он нам отвечает. И какая еще эмоция работает? Так, давайте мускулы им покажем. Мускулы уже не работают. Видите, не все, конечно, работают. Но вот такая вот небольшая пасхалка из мира World of Warcraft. А с вами был Бер, спасибо за просмотр. Если вам понравилось, оценивайте. Подписывайтесь на канал. Спасибо, пока.